Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня мы с вами будем делать вот такие серьги из полимерной глины Фима. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина 6 цветов, лезвие простое и рельефное, скалка, калька, кусочек бумаги, наждачная бумага от крупной до мелкой зернистости, фурнитура для сборки и лак Фима. Смешиваем основные цвета с полупрозрачной полимерной глиной до получения нужного нам оттенка и хорошо разминаем их. Черную полимерную глину раскатываем на максимальной толщине пастомашины. Лезвием выравниваем пласт и разрезаем его вдоль, накладывая одну полоску на другую. Аккуратно прижимаем и прокатываем скалкой. Цветные кусочки также прокатываем на пастомашине на максимальной толщине. Делим их пополам и аккуратно прижимаем. При помощи рельефного лезвия отрезаем полоски каждого цвета. Выкладываем наш рисунок, чередуя черные с цветными полосками. Когда пласт готов, делим его пополам. Одну часть кладем по одну сторону основы, а другую, соответственно, с другой стороны. Продолжаем формировать рисунок новым пластом. We'll be right back.
Лезвием обрезаем лишнее и задаем приблизительную форму. Чтобы впоследствии все было ровно, кладем на пласт кальку и кусочком бумаги, сложенный в несколько раз, хорошенечко его разглаживаем. Обрезаем лишнее. В таком виде отправляем наши заготовки на обжиг при температуре 110 градусов на 40 минут. После того, как все остыло, приступаем к шлифовке. Это самый долгий этап, но он того стоит. Шлифовка не только уберет все лишнее и сотрет дефекты, она придаст глубину и яркость оттенкам полупрозрачной полимерной глины. Ну и, конечно, изменит внешний вид. Изначально шлифуем наждачкой крупной зернистости, постепенно переходим к более мелкой. У меня первая 200, затем 400, 800, 1500 и 2000. Как только все отшлифовано, я просушила серьги, покрыла их лаком, ну и прикрепила фурнитуру. Готово! Вот такие серьги у нас с вами сегодня получились, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!